Всем привет! А у нас сегодня праздник. На дворе 11 июня, конец запрета. В общем, мы все собрались в Сызрани. В Сызрани мы собрались открыть сезон, потестировать новое, но это на мне, понятное дело. Ну и, соответственно, просто плавить рыбу. Посмотрим, что из этого выйдет. Вроде как должно клевать. Ведь это же начало сезона открытия. Ну так хорошо, так это с ударчиком прошлась. Сейчас посмотрим, кто это такой. Такие тут красавцы присутствуют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Не будем портить папика. Ох, какой. Мелкая зубатка. С удара, как положено, в жаберную крышку. Вау. Жабка трясет башкой, но не крупная, но приятная. Ну да. Ведет себя как будто Семёныч. Да не, ну жалко. Не, нормально. Слушай. Не успел. Там очень хороший зачем. Я его видел и решил отвернуть. А зачем? Да ну пусть живет, мы ее потом поймаем. Нам скоро здесь рыбачить. Сейчас еще одну вкачу. Клюет. Снизу. Кто мог еще вот так за хвост вяло потрепать? Не окунь же. Борзенькая, смотри какая. Трешечка. Трешечка. Уверенный трешечка. Серёд, сколько весит? О, с открытием. Кило 700. Под 3. Уверен. Смотри, вода прозрачная. Оп. Порол так, что мама не горит. Может, ты тот... Слушай, это беж вообще. Ох, какой красавец! Да. Берж, всем бершам берж! Эх, что это он там сожрал-то, смотри. У него полная пасть всякой фигни. Фу! Какая-то была рыбка, наверное, до этого. Так что, рыб есть! Он не может не есть. И там есть, и тут есть, и активный. И вообще не знаю, блин, зачем пал с утра проводит. Ну, дубль 3. Сережа сегодня просто рвет все. Прямо уверенно. Вань, мне кило-то есть хоть, Вань? Ну вот, что-то сел. Причем на глубине такой приличный. Не дай бог опять забавил. Прям реально расстроился. А похоже забавил. Нет, жаба, вру.
Начал уже выматывать, поднимать, а она съела. Маленькая, а борзая. Ну, собственно, вот так вот работает Проксима МАШ до 42 грамм. На самом деле ловил с небольшим перегрузом, 44 глава, 4,8 приманка. Вот. Делать я так не рекомендую, но в принципе, как бы, если не сильно упираться, не очень силовые забросы делать, вполне нормально. И работает, и просекает. Села с глубины там метров, наверное, 12. Сейчас посмотрим. Кто там? Судак. Увидели структурник, правильно встали. Первую поклевку сережки холостая, вторая. Вот она. Ну как? Да? Ну. А как? Вставай, фото. На память, вынимай. Давай, чё. Лишь бы не клюнуло. Во время фото на память. А! Ушел? Барбу. Эх ты! Вот Сережа, это, Сережа, это не спиннингист. Сережа, это... вот без пасачика. Но мне его жалко, все равно отпускай. На ну, той жалко. Неделе очень дорогая палка с очень дорогой катушки. Вот из-за такой же фотосессии просто сейчас живет на дне Волги. Бывает. Не отцепив приманку, начали фотографироваться. Ну, не делайте так. Не трогая приманку. Ну приманка уже была в кадре, все. Душку хотя бы надо ослаблять. Повезло. А то бы спокойно. Вот это Проксима, да? Да. До скольки грамм? До 42. Жила бы здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Грамм 800. А все, я отпустил. Ну, на самом деле, интересно, крокодиль место. Сюда она может выйти. А вот это уже не наш профсоюз, 7, этот джиг. Воблер хочется. Хочется воблер. Смотри, по уму он пришел туда вставать. Сюда работать. Нет, течения нет, я сейчас четко встану вот сюда. И в две стороны? Да. Вот тоже вариант. Правда такой. Нормальный вариант. О, она пошла вниз, пошла. Я ненавижу звук фрикциона. А что делать? Давай по голове. Блин, нормально, хорош. Можно гербасу приятно сделать? Не ломай, пацак. Ты больненько, смотри. Да вообще ужас. Смотри, опять обстрим. Опять обстрим. Пятерочка. Да вон, хотите взвешу? Тика-т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 ика-
Торпеда. Жарко. Два дня жары, днем за 30. Облачка крайне редкие. Активность рыбы просто ниже плинтуса. Сегодня вообще 12 июня. Течения нет, праздник. Вот, соответственно, страдаем. Пытаемся ловить. Что-то ловится, ну так. Очень так, как бы. Бывало, в Сызрани получше. Ну, на самом деле, мы в первую очередь же делаем Сереге полезное дело. У него же пал скоро.
вот здесь, как раз через 2 недели. Поэтому тут просто проверяем точки. Где что клюет, где не клюет. Вот пока нашли всего лишь 2 точки со щучьей активностью и 1 точка судаковой. И все. Печаль. Ну-ка давай в свечечку и спрыгни. Лодку мыть неохота. Не хочется нам свечку. Эй. Взял? Красиво. Ура! Сошла! Не показывайте резину, нам здесь играть. Вообще это старый добрый манс МФМО цвет. С переутяжелением по мелику 52 грамма на тестовой палке. Кидает страшно. Гущин ругается. Но говорит, сломаешь, ладно. Будем знать точно, какой у нее верхний тест. Но клюет. Стоим на свале, под нами 12, свал почти там, 1 на 2 уходит, вот, поклевая щучка, причем сегодня вообще какой-то день невезения, куча холостых поклевок пришел, берет прям за самый краешек, и что бы у тебя ни стояло бы, каким бы ты классным спортсменом бы не был, бынк-сход, потому что еле прикусывает. Хоть какая-то активность иногда, это неплохо. И прям по свалу перемещаемся. Здесь же свал неординарный, есть какие-то языки выходят. Заглубление, наоборот, ямки. И вот такие места обрабатываем. Иногда что-то поклевывает. Рыба неактивная. В охолоте ее увидеть тяжело. Будем работать по рельефу. Жара. Встали, однако. Сережа, апстрим работает. Да не апстрим работает, апстрим. Я прикидался, там ступенечка такая. Блин, она и здесь есть. Кто блин, придет, я больше ступенечка. Нигде не чувствую эту ступеньку, понимаешь? Хорошо. А там я прям в нее упираюсь, через нее перекинул, и в тот раз там же поклевка была. Большая? И сейчас опять, не знаю. Не люблю я прутиками поднимать таких щук. Ты можешь подсак-то дашь? А надо? Господин Гущ. Трешка Сереж. Поцелуй щуку. Не, это не ко мне. Давай. Через 2 недели увидимся. Ну, собственно, чего. 2 дня пролетели быстро. Поймали немного, но нормально. Для открытия. Собственно говоря, следующий пункт назначения. Ульяновск. Мы туда едем с Серегой Змуром и пройдем еще пару дней в Ульяновске, Twitch, Jig и все хорошо. Вторая часть марлезонского балета из Сызрани, из +32. Мы приехали в Болгар. +10. Ветер. Ну, солнце. Вот, сейчас нас сегодня, завтра немножко здесь поколбасит на волнах. Потому что мы в заливчике, и уже так это нормально. А там-то бараны добры. Ну, ничего. Мы что-нибудь поймаем. Я так думаю, что сейчас на ветру, против ветра, наверное, ну, 30-ку кинешь, да. Обстрим, да. Течение посмотрим, но вроде не сильное. Основные рабочие веса мы здесь вот когда ловим, в зависимости от течения, грубо говоря, 26-36. Все, не больше. Точку посредине Волги. Сюда к Чука и Берш теоретически садового места. Но что-то не знаю, ветер сильный, прям дугу выдувает, прям уверенно. Да? Поэтому придется, наверное, двигаться по этой точке, чтобы кидать уж либо в поле, либо против ветра.
его прям дует-дует. Потому что сейчас скорость ветра примерно метров 8-9 секунд. Неприятно. Нет. Да это разве ветер по сравнению с тем, что там был? А да, он хороший ветер. Ну, волны, это... по крайней мере, хоть нет. Вот она, вот рыба. Прятаться ей здесь некуда. Но она маленькая. Смысл то, что она здесь есть. Да. Смысл то, что она твою буратинку, блин, обратила внимание. Работает, ну. Хрена себе. Судак. Судак. Обалдеть! Слышишь? Да. Да? Нет, я все, конечно, в этой жизни видел. Смотри, четко за передний в голову бил. Раньше мэр, судачок. Судачок полторашечек. Такой солидный, да. Судачок. Зачет. Ловили щуку, сел судак. Раньше мэр, 3,5 метра глубина, пахал дно. А вот он, красавчик. Четко запереть на тройник. Все-таки сбежали мы от ветра. Залезли в заливчик. Вот, фоновые 4. Вообще интересное место. Сейчас мы попробуем что-нибудь здесь поймать. Дельное. Но здесь уже обер. Как раз вот гоняю новый предсерийный Range MR. Он у нас появится только вот осенью. Продажа. Вот. Нарабатываем статистику по Волге. Правильная проводка, в каких условиях и прочее, прочее. Чуть если подстихнет, опять выйдем на большую Волгу, уже половим там джигом. И если будут нормальные глубины, отвечим тоже. Понимаешь, вообще без удара, без поклевки просто подвис. Может, я подбагрил кого-то. Оп! Хорош, ну, у нас ковал промазал. Он промазал, да. А. Ам. Слушай, хороший опыт. Хороший опыт. Там окунь стоит. Что, хороший? Как выяснилось, сколько? Это что-то маленькое. Тут, короче, и берег есть, но крутой. Вот. Ага. Вот о, 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 о! Это стеклярус. Кормовая база. Да. Вот за такими сюда приходит нормальная рыба. Что-то не крупное. 804 ММХ до 28 грамм. Проксима. Но это маленькая рыбка какая-то. Прям неинтересно. Но третий заброс третьей рыбы — это интересно? Да, вот третий заброс третьей рыбы — это интересно. Чуть берж добавок и будет вообще нормально. Три разных рыбы. Смотри, да? Это. Берж, да? Нет, судачок, а чуть побольше. Ну, какой-то маленький судачок. Где твои бабушка и дедушка? Они не дают глубже упасть приманку. Да, слушай. Но смотри, на самом верху окунь, потом вот этот стеклянный сел. Вот еще смог сделать две проводки вниз по свалу. И уже сел покрупнее. Будем надеяться, что как только у меня приманка все-таки опустится вниз, сядет что-нибудь нормальное, а вот не этого. Ленька, апстримчиком. Или что вы скажете? Так кто у нас там такой меленький зацепился? Опять прозрачный судачок. Но зато по классике влетел куда положено. В нос с поклевочки.
Зимой дали отдохнуть ему, рыбалки практически не было в этих местах, льда не было. Поэтому его не выбили. Чувствую, в этом году он будет очень-очень сильно всех мучить. А боку? Нет, такая же песня. Сундучок мелкий. Поехали отсюда. Поехали. Ух, бандит какой. Бандит. Окунь. Отдай приманку. Красавчик, заглотил ты как. Сейчас мы тебя отпустим. Судзак. Достать, поставь. Да нет. У меня вообще ощущение, что его под вагон. Давай посмотрим. Чего, да? Была. Прыгнула. Ну я ее специально спустил, но смысл что? Свечка красивая получилась. Ну вот видишь, она активная сейчас, да. Она здесь есть. Есть. И самое хреновое то, что вот такие и может влететь очень серьезный экземпляр. Ну а что, тебе трешка уже не рыба, да? Вот я не понимаю вас иногда, блин. Ну это трешка. Окунь, смотри, какой окунёк. Ух ты, как кушочек. Вот они и живут там вместе. Окуни, щуки. Пока судака крупного нет. Мы вас не целуем. В принципе, видел, рыба здесь есть. Мощные поклевки. Почувствовал, что она здесь есть, просто не просек. Предлагаю сейчас поехать все-таки с судачка, попробовать с глубины хорошего цепануть на течение. По-моему, течение маленько пошло. Вот. А часиком к 12 вернемся сюда, как раз у щуки активность увеличится. Она здесь в обед обычно кушает. Все-таки попробуем кроку доловить. Вот такой вид. Ну что это такое? Ну что это такое? Съедобно. Да ну. Чего? Зачете уже? Нет. Где нет? У него хочешь сказать 40 сантиметров? Да. По последнему этому. По последней чешуйке? Да. Нет. Ульяновских рыбаков это место называется Подкова. Здесь около основного русла Волги. А вот такой видно, или остров был, или что-то. Соответственно, стенкой, грубо говоря, с 15 на 6. И как бы к ней частенько поджимается хорошая рыба. Вот, то есть опять есть поклевки. Но болезнь этого места в том, что здесь браконьерская сеть на сетке. Бутылки плавают, отмечают один край, непонятно, в какую сторону они стоят. Приятного мало, да. Сундучок! А крупняк попер. Ну, по нынешним временам, да. О, клыки даже есть. Иди. Расти. Серега, и как ты здесь гидуешь, блин? Рыбы-то нет. Это только ты приезжаешь, вечно погода портится, блин. Два дня солнышко было, блин. Приехал Гущин, испортилась погода. Рыба ушла на дальний кордон. Не, на самом деле дикая аномалия. Вот два дня, вот такой ветер. Временами капает. Волна, ну когда сильнее, когда слабее. Но сам факт, кайфа никакого. Самое страшное, никакой бели вообще. Куда бели делать? Ну, ты же сказали, местные рыбаки. Ушла да. В горы. Ушла в горы. Что на местном сленге обозначает, ушла на 25-30 метров. Вот, на самом деле, прошлись мы по 25-30 метрам, даже там ее нет почти. Вот, но все равно что-то поймали. Поймали? Поймали. Нормально. Все. Сезон
на этой воде мы открыли. Ждем осени. Серега остается здесь, а я еду дальше. Следующая часть будет Чебоксарка. А ты со мной не поедешь. И там вам удачи.